родился в семье рабочего Челябинского трубопрокатного завода. Мать – домохозяйка. В детстве Митяев хотел стать собаководом, кинологом, и приручил всех собак в округе. В 1963 году поступил в городскую начальную школу номер 59. В 1967 году перешел в городскую среднюю школу номер 55. В 1969 году перешел в городскую среднюю школу номер 68 Ленинского района Челябинска. В 1971 году поступил и в 1975 году окончил Челябинский монтажный техникум по специальности «Монтаж электрооборудования промпредприятий». С 1975 по 1977 год служил на флоте. В 1977 году поступил и в 1981 году окончил с отличием Челябинский институт физической культуры по специальности «Тренер по плаванию». Кандидат в мастера спорта. С 1981 по 1985 год работал преподавателем в данном институте и заведующим клубом в пансионате «Сосновая горка» под Челябинском. В 1985 году приглашен на работу в Челябинскую филармонию в качестве артиста. С 1986 по 1991 год учился в ГИТИСе. В 1992 году сыграл роль Маяковского в спектакле «Большой Владимир» в театре имени Моссовета. Песня пишет с 1978 года. Начал выступать в составе дуэта вместе с Петром Старцовым. Песня «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались», с которой Митяев стал лауреатом Ильменского фестиваля 1978, является своеобразным гимном бардовского движения. Вышли пластинки и книги песен. Участвовал в проекте «Песни нашего века». Снялся в нескольких художественных и документальных фильмах. В 1987 году познакомился с гитаристом и аранжировщиком Константином Тарасовым, совместно с которым записал несколько пластинок и 5 CD-дисков. С 1998 года выступает и записывает новый материал с музыкантом-мультиинструменталистом Леонидом Марголиным. В 2006 году к коллективу присоединился гитарист Родион Марченко, лауреат премии Фонда русской поэзии «Петрополь» 2001 за книгу «Непраздничные вещи», национальной премии «Овация» 2001-2008, премии «Золотой Остап» 2003. Царско-сельской художественной премии 2003, совместно с Л. Марголиным, 2009, совместно с Д. Тухмановым, В. Смеховым, М. Есипенко, В. Петровским, женат, жена Марина Есипенко, народная артистка России, актриса театра имени Е. Вахтангова, дети, Сергей, 1980, Филипп, 1984, Сава, 1998, Дарья, 2000.